Саши и Сосновицкое сельское поселение. К нам на праздник приехали народные коллективы из Республики Корея. Вы представляете, вот она, колонна идет, движется из Республики Корея. Такие красивые, необычные. Сразу видно другой колорит, другие цвета в костюмах. Все гости. Из Республики Беларусь. Вот они еще к нам подходят. Совершенно другие цвета, необыкновенные венки. И красочные ленты у них на шее. Встречаем наших гостей из Республики Беларусь. Вот эти солнечные белорусские девушки. Все эти коллективы сегодня будут выступать для вас. Вы послушаете также песни. Также коллективы из города Тверь. Вот наши гости из Твери и Вышневолодский район. Гости из Вышнего Волочка. Волочок, и вас приветствуем. Здравствуйте, спасибо. Город Ржев. И подходит город Торжок. За ним Калининский район. Калинин район. Какие головные уборы чудные. Калининский район, я вас не слышу. Подходит Кувшиновский район и Ромешковский район. Кувшиновые рамышки, Тервях клубного праздника. Осташковский район. Я вижу Лесной район. Точно, Лесной. Лесной район к нам подходит. Красавицы. И Спировский. Спирова района. Спировский район завершает нашу колонну. Вот таким многочисленным составом. Но мы рады, что они все-таки собрались и приехали к нам. Вы посмотрите, сколько гостей.